ЧП на предприятии «Запорожкокс». 16 марта там произошел взрыв, в результате которого погибли четверо человек. О причинах трагедии и виновных в следующем сюжете. Трагический инцидент случился примерно в 3 часа дня. Четверо рабочих одной из подрядных организаций выполняли огневые работы с применением газовой горелки и электросварочного аппарата на крыше сборника, где охлаждается коксовый газ, сообщает пресс-служба ЧАО «Запорожкокс». Кем и какая ошибка была допущена, установить следствие. Известно, что взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ. Трое человек погибли на месте. Четвертого в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он от полученных ран скончался. Они проводили ремонты по капитальному ремонту первого сборника. В принципе, самый простой доступ на него – это как раз через крышу второго, который... Это единственное объяснение, которое я вижу. Не знаю, другого мнения. На предприятии создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии. По предварительной версии, несчастный случай произошел по причине грубого нарушения требований правил охраны труда. Расследованием занимаются и правоохранители. Слідчим управлінням головного управління Національної поліції Запорізької області за процесуальним керівництвом обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. По данным полиции, трое должностных лиц предприятия, которые допустили подрядную бригаду для выполнения ремонтных работ, задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.